пока могу сказать я громко, пока и взгляд мой не угас, хочу я донести потомкам о временах тех и о нас. Мы — ветви от прошлых поколений, где был плакат «Рабыни мы», где почиталось имя Ленин, и мы впитали их умы. Мы прославлялись кукурузой, гордились площадью полей, грузовика зеленый кузов любого Мерса был милей. Мы в космос спутник запускали, и наблюдал за небом глаз, кем был генсек, чье имя Сталин, мы не ответим и сейчас. От предков наших взяли стойкость, отвагу, смелость обрели, и думали, что перестройка вперед лишь сдвинет всех смели. Зачем-то выкинули жалость к тому, что надо бы сберечь. Ну и, конечно, просчитались, да так, что дал корабль течь. Свобода сделалась развратом, границам сняты все замки, и стал не так опасен атом, как олигархов сундуки. Судьбой прошлись мы по Польше, Чечня запомнилась, Афган. На теле нашем нет мест больше, казалось, для страшнейших ран. Дедами жглись дотла поместья своих богатеньких князей. Видать, вернулось нам возмездие, дошедшее до наших дней. Осмысли, друг, своим все взглядом, запомни этот разговор. Историю нам помнить надо и не расстреливать в упор. Подходит время размышлений, тогда я в думах сам с собой. Печаль о нашем поколении, лью слезы над его судьбой. Чем наше славится столетие? В нем столь разврата, зла и лжи. Что же оставим мы в наследие? Наверное, только миражи. Автор произведения — Антонида Федченко.